Яндекс.Лицей – это двухлетняя программа обучения школьников в профессии программиста. Именно после Яндекс.Лицея я решил окончательно, что в будущем стану программистом. И вообще не знаю, как бы без него жил. Мы решили создать навык для Алисы и назвали его «Игра в поиск синонимов». Красиво. Превосходно. Спасибо. Найден синоним признательности. Люди, которые преподают, они ближе к профессиональному программированию. То есть это что-то, что происходит в реальной жизни, что делает это более интересным, более прикладным. Ожидала чего-то намного более сложного, потому что программирование оказалось чем-то вообще недосягаемым. Некоторые темы были сложные. Я сначала не понимал функции и классы, но сейчас вроде разобрался. Ты чему-то научился здесь? Можешь прийти к себе домой, включить свой компьютер и как-то применить это в своей повседневной жизни. Вот это здорово. Мы решили сделать бота, который предлагает пользователю места, которые будут интересны именно ему. Пользователь указывает свои интересы, а программа ищет в определенном городе все места. Даже без каких-то базовых знаний программирования за эти 2 года реально выучить язык Python на таком уровне, что будешь как молодой разработчик, и это круто.